Буэнос Диас. От Греции переходим к Мексике, где самый главный символ всех амиго этой страны, Педро, Пабло и Хуанов, это сомбреро. Красивый большущий головной убор, украшенный различными вышивками. Чем больше сомбреро, тем богаче, говорят, его хозяин. Ну а вот посмотрите наше белорусское сомбреро. Белорусский брыль или белорусская шляпа, выполненная из соломки. Такие уже стали одними из главных предметов атрибутики болельщика на хоккейном чемпионате мира. Вот видите, до первенства год, а на утреннем сразу две новости. Ну а что будет дальше, узнаем. Болеем за наших, вместе мы победим.